Дорогие братья и сестры, на библейском портале «Экзегет» мы говорим про неделю крестопоклонную. Мы вспоминаем, и не только вспоминаем, но лично участвуем во встрече креста, который на богослужении выносится, и мы поклоняемся ему, и воспеваем Господа, который прошел через вот эти величайшие страдания ради нашего спасения». Почему вот почему такая неделя, такой воскресный день посвящен именно кресту? Да потому что, собственно, весь великий пост это и есть вот путь к познанию тайны креста Христова. И вот на этом пути мы совершаем какое-то молитвенное делание, мы постимся, стараемся выполнять вот каждое то христианское делание, которое ему дано, и немножко, может быть, мы ослабеваем. И вот, как говорят об этом святые отцы, церковь примерно в середине поста и дает нам уже соприкоснуться с крестом Христовым, чтобы духовно подкрепить нас. Дело в том, что неделя крестопоклонная, неделя крестопоклонная, вот эти вот семь дней, которые будут, это действительно центральная часть Великого Поста. И среда на этой седмице, на крестопоклонной седмице, она так и называется средопостная. Да? То есть действительно, это вот ровно середина Великого Поста. И вот в этой срединной части покаянного великопостного делания возвышается крест, как он возвышается над куполами наших храмов, потому что без креста нет христианина. И вот как некоторые достаточно мудрые такие духовники приводят сравнение, нательный крестик на шее каждого христианина, это вот, знаете, как иногда бывает раньше, на шею овечки вот вешали такой колокольчик, хозяева. И такая овечка не могла уже заблудиться. Вот по звуку этого колокольчика можно было определить, куда она ушла. А, таким образом всякая такая овечка возвращалась обратно в стады. И вот крестик на это тоже такой вот как бы колокольчик. Это знак, что мы свои для нашего Господа. Иногда мы можем тоже вот заблудиться, но у нас всегда есть вот этот а, знак, что мы для Господа свои. И как Господь, Он прошел через эти страдания, через крест, так и каждому из нас даются какие-то свои жизненные трудности, какой-то свой э, вот, э, скорбный путь, через который мы тоже должны прийти. Но самое главное, и мало кто э, об этом задумывается, и многие из нас даже этого не замечают, дело в том, что без креста нет воскресения, но где крест, там и воскресение. На самом деле, Именно вот так, где крест, там и воскресение. То есть крест Христов, он является свидетельством о воскресении Господа. Ведь по большому счету, да, страдания они весьма велики, но на самом деле не настолько они продолжительны. И от креста до воскресения Христова всего три дня, а дальше уже бесконечное воскресение, воскресение на все века. Вот так и нам, пусть каждому из нас дается какой-то крест жизненный, и бывает так, что не спосылаются какие-то жизненные трудности, иногда нам кажется, ну все, вот просто невыносимо. А ты вот отвлекись от этого мыслями и пойми, что это вот несомненно, закончится. Вот прими, как есть, и скажи, «Господи, я себя в Твои руки веряю, Ты сам не помоги». И вот увидеть, что пройдет небольшое время, и эти скорби минуют, потому что с нами воскресший Господь, и всякий такой крест, он дается только на время. А вот воскресение дается навсегда. Вот знаете, в древней такой церковной книге «Лавсаик» там приводится такое повествование, как один разбойник преступник был схвачен и приговорен к смертной казни. И вот ведут его на смертную казнь. А было такое правило, это Египет, древний Египет, было такое правило, чтобы его казнили прямо вот на месте его преступления. И получилось так, что вот какая-то процессия идет, и этот преступник оборачивается и видит, что тоже идет один монах. И спрашивает Авва, ты-то почему идешь за мною? Ему этот монах говорит, что э, я иду посмотреть, как тебя будут казнить. Э, преступник спрашивает: но ну, разве у тебя нет кельи, у тебя, разве у тебя нет твоего вот какого-то делания молитвенного? А тот ему отвечает: да, но я очень ленив и расслаблен. И, может быть, когда увижу, как ты умираешь, то я приду в умиление и начну плакать, и тогда э, вот этот покаянный плач включу в свое молитвенное делание. И на это ему преступник отвечает, «Возвращайся, Авва, в свою келью, потому что с тех пор, как Господь наш Иисус Христос пострадал и умер за грехи людей, смерти больше нет». И никто из нас не умрет навсегда. То есть вот этот, хоть он и был преступник, но, видимо, в его душе произошла тоже вот эта великая перемена, как в душе благоразумного разбойника который за свои грехи был наказан, но он принял Христа. И вот этот казнимый, согласно повествованию Лавсаика, преступник уже горячо веровал во Христа, который пострадал за наши грехи и воскрес. И поэтому еще раз вот будем всегда это помнить, что где крест, там и воскресение, и воскресение оно нам навсегда. А крест ⁇ это как бы преддверие воскресения. И поэтому э, именно крест Христов он и дарует зачастую жизнь. Вот вспомните, только-только э, святая царица Елена обрела крест Христов, и, а там было-то три креста нашли, да, и, чтобы испытать какой крест стали прикладывать к умершему человеку, шла мимо похоронной процессии. Вот только обрели крест Христов, приложили его к, к почившему, и почивший тут же воскрес. То есть уже крест подает воскресение. Бывает так, что какого-то подвижника искушают бесы, но достаточно осенить такого беса вот крестным знаменем, и он тут же исчезает, уходит. И это действительно, это и в наши дни, если кого-то искушает падшая сила, являются какие-то демонические образы, они в миг рассеиваются от крестного знамени. И бывает так, что к нам самим подступают какие-то греховные искушения, злые мысли, соблазны внутренние. Но вот остановись и внутренне, с таким сердечным сокрушением, «Призови, Господа, осени себя крестным знаменем во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». И зачастую тут же в душе все умиротворяется, отступают эти злые вражи прирожения, потому что крест Христов несет нам воскресение. Вот почему на крестопоклонной седмице мы и поем перед крестом Господа. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». То есть Воскресение, Христовый крест, они неразрывны друг от друга. И нужно думать не о том, что вот там какие-то страдания, а в том, что Воскресение нам дается через крест. И оно неизреченно и бесконечно, как бесконечно неизреченен сам Бог воскресенье осеняет такую вот радостью душу, что это не сравнить ни с чем, потому что сам Господь Бог, который есть любовь, Он и несет нам великую радость. И вот поэтому мы, конечно же, Великим Постом как раз вот нам напоминается о Кресте Христовом. Вот как знаете, когда богоизбранный народ выводился из плена египетского, из рабства египетского, и шел по пути к земле да, вот преодолевали всевозможные трудности, и э, тяжко было, вот нет воды. Нашли какой-то источник, вот помните, это место называется Мерра, а э, воды там горькие, и тогда по повелению Божию Моисей бросает э, кусок древа в эти воды, горькие воды Мерры, и... Чудесным Божьим действием воды стали э, сладкими. Э, вот это такой прообраз Креста Христова, который на самом деле доставляет нам сладость духовную даже посреди дух, э, такой вот горечи жизненных трудностей. И э, наше покаянное делание – это тоже такой вот путь из плена из рабства египетского, то есть из рабства греховным страстям, к земле обетованной, то есть к путь к Царству Небесному. Этот путь может быть где-то тяжкий и начинает где-то уныние, кого-то раздражение одолевает, но нам выносит вот этот крест Христов, который, прикасаясь к горечью нашей жизни, доставляет нам сладость и неизреченную радость. И крест Христов на самом деле это такой вот ключ к отверзению райских врат потому что когда Адам и Ева согрешили, то изгнаны они из рая. Врата затворились, и читаем мы о том, что Херувим с пламенным мечом стоит у дверей рая, ограждая вход от всех вот изгнанных, то есть от нас, от грешных людей, то есть вот это вот пламенное оружие в руках Херувима оно грозно защищало райские врата, врата от вхождения недостойных людей. А теперь дается крест Христов. Конечно, это не такое вот грозное оружие, а на самом деле, да, внешне то оно кажется грозным, но на самом деле оно становится таким проявлением божественной любви, которая и отверзает нам э, врата рая. Вот люди утратили рай через что? Через наслаждение, через поиск э, чего-то такого для себя, для э, своего корыстного, вкусить запретный плод, который казался им э, более значимым, чем сам Господь Бог, поэтому они утратили рай. А вот возвращаемся мы в рай. Противоположным способом. Если утратили через наслаждение, то возвращаемся через страдание. Если утратили через эгоизм, то возвращаемся через самоотвержение, да, через смирение. И это подается все через крест. А крест, еще ведь это что? Это самое сокровенное и самое такое неизреченное проявление Божьей любви. Вот один подвижник, подвижник благочестия, который жил вот не так давно, к сожалению, не помню его имя, потому что однажды вот читал его жизнеописание, и мне запомнился вот этот фрагмент из его жизни, а имя я уже забыл. Так вот, он говорит о чем? О том, что зачастую какой-то очень такой вот яркий образ сердечного тепла, любви он может э, запечатлеться на всю жизнь. И вот он вспоминает, как когда-то давно э, в детстве, когда он был совсем маленьким, он очень сильно болел, и непонятно было выживет он или нет. И вот его мама, которая была глубоко верующей, она говорила, что э, я готова вот себя отдать на растерзание, лишь бы э, вот мой ребенок выжил. Я готова себя отдать на тяжкие страдания, чтобы он продолжал жить. И вот это ее жертвенная любовь, да, вот это ее сердечная любовь до самозабвения, до того, что она готова была себя на муке отдать, и запечатлелось в его сердце как проявление вот такого удивительного тепла. А на самом деле ведь Господь и явил такую любовь. Господь себя отдал на растерзание за нас, за своих непослушных чад. Мы все дети Божии, но дети непослушные. И Господь пришел в этот мир и понес за нас муки, когда его буквально терзали, раздирали, и до креста вот эти вот предшествующие страдания, и в плане душевно-морального уничижения. Потому что над ним всячески издевались, усмехались, в, в него плевали, э всячески отвергали, и на кресте Он испытывает муки вплоть до богоставленности, то есть все ради нас, вплоть до самых тяжких страданий э на уровне души и сердца. Вот Он отдал себя на растерзание по любви к нам. И вот такая любовь э Христова к нам она нас и спасла потому что Бог есть любовь, а любовь, она и спасает, она и воскресает. Не может э, никого воскресить э, чья-то ненависть, не может кого-то воскресить э, чья-то злоба. Это только губит, э, уничтожает, и едва мы сталкиваемся с чьей-то злобой, с чьей-то ненавистью, у нас все внутри тут же сжимается, сдавливается. Мы угасаем и чувствуем, что вот жизни нет. А когда мы сталкиваемся с чьей-то любовью, да? когда мы видим в ком-то э, неизреченное добро, э, вот, как, конечно, особенно когда мы встречаемся с благодатной любовью, вот, как я вспоминаю известного старца отца Кирилла, архимандрит Кирилл Павлов, э, когда вот у него в Келье мы бывали, да, то такое чувство, как будто ты в раю, потому что э, чувствуешь удивительную благодатную любовь, не просто даже человеческую какую-то любовь не просто человеческое душевное сочувствие тебе, а именно чистую, сердечную, благодатную любовь, э, очищенную от любой человеческой страсти, и э, в присутствии этой любви в тебе самом утихали любые тоже страсти. Вот эта любовь, она явилась во Христе нам на земле, э, и она нас воскреш... воскрешает, потому что любовь невозможно убить. Всякая злоба, она только на время. Злоба может бурлить, злоба может э, проявляться и казаться каким-то таким э, огромным взрывом, да? Но э, всякий взрыв такой, он тоже краткосрочен. И э, всякий грех человеческий, он только до какого-то предела. А вот Божья любовь, она бесконечна, как бесконечен сам Господь Бог. Вот эта любовь к нам проявилась... Э, через крест Христов иногда спрашивают, ну где же он Бог? Вот когда мы так страдаем, когда столько бед сваливается на нас, так он же с нами вместе. Он даже понес э, больше, чем каждый из нас. И когда он, например, молился в Гефсиманском саду, то он говорил, что прискорбна душа моя даже до смерти. То есть настолько душа его скорбела о нас, что как будто он сам соприкасался с этой бездонной, э, страшной вот, пучиной ада. Он скорбел о нас, и он наши муки поднял на себя. Но он же их и победил. Он воскрес, и вот это воскресенье он подает нам через крест. Поэтому э, великим постом мы все подводимся к кресту Христову, да, чтобы э, знали, что мы не оставлены, мы с Господом. Да, мы грешны. Мы грешны, как э, тот разбойник, да какого бы разбойника, которые висели вот по правую и левую сторону от Христа. Но наше то дело какое. Либо вот мы уподобляемся злому разбойнику, который э, раптал, негодовал, говорил: если ты сын Божий, спаси себя и нас, а э, сам я к тебе безразличен, и мы все равно э, кто ты такой и вообще рай то мне не нужен, просто верни меня к этой земной жизни. Вот позиция этого нераскаянного разбойника. И поэтому либо мы вот такую позицию являем, либо же мы, как благоразумный разбойник, говорим, да, мы достойны по делам своим принимаем, то есть жизненные трудности, какие-то скорби, вот все вот эти злоключения мы принимаем как наш личный крест, который дается нам от Бога, но, но мы понимаем, что и Господь, Он с нами рядом. И как вот в тот момент на Голгофе страждущий спаситель, он находился рядом с благоразумным разбойником. И его же он первым вводит в рай. Потому что тот покаялся, говорит, «Я достойный по делам моим принимаю, помени меня, Господи, во царстве Твоем». Вот братья и сестры, Крестопоклонная неделя, она нам и напоминает о том, что где крест, там и воскресение, а воскресение это бесконечная радость, это жизнь во Христе, так что э, отчаиваться и унывать нам повода нет, э, поэтому от всего сердца произнесем Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое славим, Аминь.